есть. Таким вот образом эта панель сейчас выглядит сзади. Мы немножко ее пересобрали, чтобы здесь было 4 USB и джеки с XLR-ами здесь. И сюда можно было разместить блок питания монитора, который стоит в вокальном боксе. Мне сейчас еще надо вот так вот распутать и пометить их, чтобы было понятно, какой из них что. Джек, там XLR, потому что через стену они пройдут, и у них никакой маркировки тут нет. Ну что, осталось только припаять XLR-ы, две штуки, которые цепляются вот на этот микрофон и еще один дополнительный. Мало ли, я что-нибудь как два микрофона себе поставлю, буду одновременно два писать, так будет удобней. Вчера протестировал, поставил вот эту вот вебку, это C920 Logitech, которым я пользовался до того, как мне ребята подарили Brio. И вот, собственно, сама панелька, которую мы поставили и все уже подключили. Выглядит она вот таким вот образом. Здесь вот видно вот этот джек, который я сейчас подключал как раз. Вот она камера. Потом вот клавиатура, которую я поставлю вот сюда вот. Все выходы вон USB-шки, видно, джеки. И вон с той стороны там видно XLR, которые как раз к микрофону. Ну и, соответственно, HDMI кабель выходит там внутри и идет вот так вот по стене непосредственно к монитору. Так что совсем скоро я буду пробовать проводить занятия части из вокального бокса, чтобы просто, ну, не сидеть постоянно, потому что реально задалбывает. Вот, ну и, соответственно, сейчас я погнал заниматься. Ну вот, собственно, вот такая плита и получилась. Только что мы окончательно припаяли остатки кабелей. Теперь они у меня торчат в 7-8 канале карты. И я теперь смогу вести занятия и записывать уже в понедельник. Начну записывать кое-кому вокал на альбом. Теперь осталось распаковать только клавиатуру, подключить ее там и разработать систему непосредственно столика, чтобы было удобно, ну, клавиатуру там ставить, потому что все-таки бегать из комнаты в комнату, как вы понимаете, не круто. А так как мне в понедельник уже, получается, надо начать работать, то есть для вас это сегодня по записи, ну, так планируется, во всяком случае, не знаю, если ничего не поменяется, то у нас, скорее всего, так будет, вот, то мне нужна будет там клавиатура. Такая же клава, как у меня уже есть. Все тот же самый Dragon Lar. Новую я, наверное, сейчас поставлю здесь, а эту поставлю туда. 3 часа спустя. Ну, вот это я снимать не стал, потому что, ну, неудобно совсем. Вот таким вот образом приблизительно я сейчас разрабатываю из просто обычного картона от коробки с клавиатурой столик себе, чтобы сюда поставить мышку и, соответственно, клавиатуру. При этом это все дело можно будет немножко еще даже обтянуть тканью, чтобы оно не сильно фанило, когда я пою или что-нибудь делаю, чтобы не было лишних отражений. То есть, в принципе, можно купить такую же ткань, как вот... Или можно просто купить коврик и прифилеть его. Он же приблизительно таких же размеров. Вот таким вот образом все это должно как-то стоять. Единственное, что сейчас оно, естественно, максимально неустойчивое просто. Вот, и вот таким вот образом я смогу здесь спокойно работать. Сейчас буду пробовать всякие приколы записывать.